Друзья, всех приветствую на моем YouTube-канале. С вами, как всегда, Виталий Жогов. И в сегодняшнем видео мы поговорим о новом обновлении кошелька Legion Wallet. И также расскажу вам, как импортировать данные с кошелька Legion Wallet в MetaMask или Trust Wallet. Но, друзья, перед началом просмотра данного видео обязательно подписывайтесь на мой Telegram-канал, потому что здесь вся актуальная информация, полезная информация появляется в первую очередь. Я здесь показываю, какие монетки я покупаю, в какие проекты инвестирую. Также рассказываю свое видение на происходящее на рынке. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь для того, чтобы не пропускать всю полезную информацию. А сейчас давайте перейдем в кошелек Legion Network и поговорим, что у нас здесь происходит. Друзья, на главной странице мы видим здесь Legion Wallet Update. Здесь написано, что нам нужно импортировать наши приватные ключи в кошелек MetaMask либо же Trust Wallet для того, чтобы не потерять наши деньги. Как мы видим, у меня здесь есть профиль, есть бонусы, и у меня здесь за счет того, что я приглашал друзей, накапало $1974 по их курсу. Соответственно, эти деньги не хочется терять, я думаю, многим. Для этого нам нужно наши данные импортировать с кошелька Legion Network в Trust Wallet либо же MetaMask. Друзья, я это уже сделал, но сейчас расскажу вам подробно, как это все сделать правильно. Так, давайте проверим и убедимся в том, что я сделал все правильно. Смотрите, здесь есть My Wallet и есть адрес кошелька, который начинается 0x7a2. Давайте проверим, к примеру, Trust Wallet. Вот, заходим в кошелек, нажимаем «Пускай получить». Так, 0x72 и так дальше. То есть, вот мы видим, у меня уже здесь этот кошелек есть. И также в MetaMask. Так, давайте входим. Видим тоже 0x7a26. То есть все у меня правильно импортировано. Давайте будем разбираться с вами, как же это все сделать. Вот здесь в самом кошельке, тут где вкладочка Wallet, есть три точки. Нажимаем на эти три точки. И здесь у меня почему-то высвечивается такая белая кнопочка. Возможно, у вас будет что-то по-другому. Короче, нажимаем на ту кнопочку. Дальше нам просит ввести пароль от нашего кошелька. Вводим здесь пароль, после чего вам покажет ваш приватный ключ. Я не буду светить свой приватный ключ. Я думаю, здесь вам все будет понятно. Вам показывает приватный ключ. Вы нажимаете, там держите, то есть копируете данный приватный ключ. После чего вам нужно будет его импортировать в Trust Wallet, либо же в MetaMask. Давайте начнем с MetaMask. Как нам это сделать? Друзья, если у вас MetaMask только установлен и еще нет сети Binance Smart Chain, то вам ее нужно обязательно добавить. Как это сделать? Вот здесь есть вкладочка такая «Браузер». Дальше вам нужно открыть вот этот сайт chainlist.org. Об этом сайте я уже записывал ролик на своем YouTube-канале и рассказывал там, как добавлять любую сеть в MetaMask. Можете найти данный ролик, также я прикреплю его в подсказках. Но если вы еще его не смотрели, что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет здесь вот прикрепить свой MetaMask кошелек, то есть просто подключиться своим кошельком, после чего найти здесь сеть Binance Smart Chain, либо же листать ниже, либо же вот здесь в поиске просто написать Binance Smart Chain. Дальше вам нужно будет нажать Add to MetaMask, нажать Add to MetaMask и там подтвердить разрешение, и вам автоматически добавится сеть Binance Smart Chain в MetaMask. После этого вам нужно будет вернуться в кошелек и здесь нажать, вот здесь у меня аккаунт 2, это как раз этот уже импортированный аккаунт, на вот этот кружочек нажимаете, и тут есть импортировать счет. Нажимаете на импортировать счет, после чего вот сюда вставляете свой ключ, приватный ключ, который мы получали вот здесь, вот еще раз три точки, это кнопочка, и вводите пароль, и там будет приватный ключ. Получаете приватный ключ, вставляете вот сюда, нажимаете импорт. После чего у вас появится вот точно такой же кошелек, счет, как и у меня. Дальше, друзья, как это все сделать в Trust Wallet? В Trust Wallet это все делается даже еще проще. Мы нажимаем настройки, после чего мы видим, вот здесь у меня есть мультивалютный кошелек и есть кошелек Smart Chain, то есть тот кошелек, который я уже импортировал с Легиона. Так, как нам это сделать? Нажимаем вот здесь плюсик, после чего у меня уже есть кошелек, после чего нажимаем Smart Chain. Это важно, не мультикошелек, а Smart Chain. Дальше, здесь есть приватный ключ, просто вставляем сюда свой приватный ключ и нажимаем импорт. И все, друзья, на этом, в принципе, все манипуляции заканчиваются. И у нас появляется вот такой вот кошелек, как у меня, кошельки, основной и вот этот смарт-чейн.
И все, это все, что вам нужно сделать. Когда появятся токены на счету, когда можно будет заклеймить, я пока что не знаю. Но мы видим на главной странице, здесь написано 24.04 будет Legion Rewards. То есть, я думаю, будет что-то интересное и вполне возможно мы сможем зайти вот сюда в профиль. Вот нажать Claim Rewards и какую-то часть токенов, либо все токены, я думаю, скорее всего, что какую-то часть токенов мы сможем вывести и потом продать, возможно, на PancakeSwap. Я думаю, друзья, с этим вам все понятно. Если видео для вас было полезным, обязательно ставьте ему лайк, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что я вам говорил ранее, что вся полезная информация выходит у меня в Telegram-канале. Поэтому обязательно переходите, подписывайтесь и жду вас всех и будем зарабатывать вместе. Друзья, всех благодарю за просмотр. Всем пока. До новых видео.